поснимаем. Всем привет, и ваш баттер сыграется с Колей. Я тут плохо слышу. Баттер, какой он миленький у нас. Ты про Колю или про кота? Про Колю. Он опять жопу показывает всем. Добери спокойно. Вы сегодня все затискали? Конечно. Куда-то ползет? Батр, ты куда пошел? Ты знаешь, кто тебя гладит? Ты скоро будешь котом блогерским и с миллионом подписчиков. Я тебя готов рекламировать, слышишь? Я готова стать котенком. Куда ты все убегаешь? Куда ты убегаешь, маленький? У него есть Инстаграм. Серьезно? И канал. У него 75 тысяч подписчиков. За 10 дней. Охренеть. Сейчас будет еще больше. Смотри сюда. Классно! Блин, ребят, это обалденная поездка в Москву, получается. Все. Что, не молчит пока? Он вообще не поймет, что происходит. Он думает, почему важно. Почему меня гладит Николай Соболев? Что ему надо отменить? А вы знаете, что я сейчас делаю? А я сейчас сижу в офисе с Машей Маевой и монтируем с ним видео. Да. Вот мы вот так с ним сидим. Вот тут вот компьютер. И мы работаем. Такие дела. Да? Пока Денис и Вика снимают видео, да? Не падай. Менеджеры Вайлджема не хотят работать. Потому что Баттерс устроил им просто разгром. Как ей пучеглазые. И веслоухи. Это она или он? Меня кошка не простит просто от меня. Чужие запахи. Как остановить работу в офисе? Каково тебе сидеть в кресле босса? Ему что-то не понравилось. Самый счастливый кот. И Соболев его сегодня на руках подержал. И Муратаев. Какой сладкий кот. Ну что ж, ребят, вы были на канале Баттерса. Не забывайте ставить ему лайки и подписываться на канал. Также у кота Баттерса есть Инстаграм. Всех ждем в гости. Всем удачи и всем... Мяу-мяу.